Всем привет, с вами Гусева Татьяна, серебряный директор компании Фаберлик в проекте Фаберлик Онлайн. Давно для вас не записывала видео подобного рода, но пришло время, когда хочется поделиться новостями. У меня сейчас дома идет капитальный ремонт, поэтому не хватает немного времени на видеоролики, но при этом работа продолжает кипеть, и вот сейчас хочу вам похвастаться своими результатами и предложить сотрудничество, естественно. Итак, мы находимся в моем личном кабинете промо Фаберлик, давайте перейдем в раздел рейтинга. На данный момент я нахожусь по количеству регистраций на втором месте нашего проекта среди практически трех с половиной тысяч человек. Это за 2023 год. Если мы посмотрим текущий каталог, а сейчас у нас идет каталог номер восемь, четверг, третьей недели, то есть две с половиной недели, то у меня прошло в мою команду, то есть я привела 255 новичков. В этот раз я на первом месте по рейтингу регистрации нашего проекта среди 874 человек. Даже я вам могу сказать, что это очень крутой результат, это шикарнейшие показатели, и достигаются они благодаря тому, что я в своей работе активно использую методы автоматизированного рекрутинга. Итак, давайте мы посмотрим, если у нас 255 человек. Так, калькулятор возьмем. 255 человек, сегодня четверг, это 14, 15, 16, 17, 18 дней. 255 разделить на 18, то среднее число, это получается около 14-15 регистраций в день. Да, на регулярной основе приходит новичков в нашу команду. Ну, плюс еще лидерские регистрации, а девочек-рекрутеров, которые, естественно, тоже работают. Итак, как же получать? такое хорошее количество регистраций. В моей команде используются два метода рекрутинга. Это два направления, даже правильно бы сказать, рекрутинга. Это автоматизированный рекрутинг, контекстная и таргетированная реклама и ручная, и ручной рекрутинг. Ручной рекрутинг, я вам сразу скажу, как человек с большим опытом, не заменит ни одна автоматизация. Именно с ручного рекрутинга приходят бизнес-партнеры. А автоматизация используется для привлечения покупателей. Любая структура, вне зависимости от бренда сетевой компании, будь то Avon, Reflame или любая другая компания, любой лидер вам скажет, что 70-80%, если не 90%, а 100% да, от общей массы структуры, это всегда будут покупатели. Именно на них держится товарооборот. И более меньшая часть – это лидеры, то есть люди, которые работают на построение этой структуры. У меня в команде используется метод совместного построения. Вот если мы перейдем в Telegram, перейдем сейчас в бот, в который приходит оповещение о пройденных регистрациях, то есть как только проходит регистрация, сразу же оповещение приходит сюда, в этот бот, то вы увидите, давайте хотя в принципе посчитаем, сколько сегодня у нас регистрации прошло, это раз, два, кое-где задвоение, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот за сегодня прошло уже 24 регистрации. Там, где вы видите, что поздравляем у вас новый консультант в ветку, эта регистрация, значит, прошла в ветку. Где регистрация вот подобного рода, как здесь, что просто у вас новый консультант, эта регистрация прошла в первую линию. Я обучаю свою команду так, чтобы контекстная реклама у каждого была настроена в первую линию, а вот уже таргетированную рекламу, доступ которой, к счастью, есть в нашей команде, и через которую как раз-таки приходит больший процент регистраций, там уже мы настраиваем совместную ветку все вместе. Это получается совершенно недорого. И идет хороший большой поток регистрации именно Команду именно веточки. Как вы можете видеть, здесь ветки у меня настроены совершенно разные. Это и ветка Бушлякова Екатерина, Изотова, Мария, Кассирова, Тахмина. А, кто тут у нас еще есть Палкина, Репина, Людмила, Палкина, Наталья и так далее. То есть регистрации распределяются между активными лидерами. Именно поэтому в каждом своем видео я говорю, что, ребят, пожалуйста, если вы приняли решение присоединиться к моей команде, не торопитесь, не бегите и не регистрируйтесь по ссылке в первую линию, тогда вы попадаете ко мне в первую линию. Это ссылочка для покупателей, которые желают просто пользоваться продукцией. Но если вы приходите строить бизнес, то вам вначале нужно перейти по ссылке на WhatsApp ко мне. Побеседовать со мной для чего? Для того, чтобы принять решение, в какую именно из веток вас зарегистрировать. Потому что веточки разные. Есть веточки совсем маленькие, молоденькие, где мало лидеров. То он там может быть и один, и два лидера. Есть ветки уже более такие серьезные, большие, там где лидеров, конечно же, больше. И рост в них быстрее. То есть какую именно ветку вам желательно да, вам нужно будет попасть, это зависит от вашего опыта, от ваших амбиций, от того, какими методами вы хотите работать, от того, сколько времени вы готовы вкладывать в развитие своей структуры и так далее. Поэтому вначале пишите, потом я вам даю ссылочку, вы попадаете в активную группу. С момента, как только вы зарегистрировались, под вас сразу же пойдут регистрации. Всех своих бизнес-партнеров, то есть всех людей, которые хотят строить бизнес, я регистрирую в активные группы. В первую свою Линию, я никого не регистрирую. Именно по той причине, что я считаю, что у каждого человека, который приходит в мою команду строить бизнес, обязательно должна быть помощь. То есть под ним должна строиться активная структура, чтобы вы быстрее вышли на доход, чтобы у вас выросли ваши личные группы, товарообороты. Ну, естественно, вы поднялись быстрее вверх по процентному уровню. Итак, основной момент я вам, наверное, показала, да, то есть достижение, количество регистраций то, что регистрации идут в веточке, о том, как правильно регистрироваться в мою структуру, да, что вначале нужно написать. В принципе, все. Есть еще другие интересные новости. Это и то, что две квалификации директора открыты в моей команде. Есть много уровней, но это, в принципе, вы можете все посмотреть на моей страничке в социальной сети ВКонтакте. Ссылка на нее тоже есть внизу под этим видео. Перейдете, там сможете увидеть вот эти вот все интересные моменты. А так я с вами на связи. Не стесняйтесь, пишите.